Это кто дырку тут сделал? Ну, те же самые козлы, которые ее распилили надвое. Вот они же порубили. Сволочи просто, сволочи. Так, дальше у нас очень много, поэтому он лучше туда поехал. Пока встанем? Где мангал? Ну, он координаты скинет. Что? Скинет координаты. Сломал. Кто-то его вырезал. Я вот говорил, я обещал, что я скажу, что кто это вырезал, тот пидорас. Я никогда матом не ругаюсь, но канал наш смотрит 5 миллионов человек. Я думаю, они это увидят. Ай, мне вода затекла внутрь. Мы здесь. Помните хищник фильм? Вот из этой штуки очень сильно испортилась. Да. Эта штука, как она называется? Которые? Это распилили ублюдки. Как можно было это испортить? Сволочи, негодяи. Не, я в ногу знал другую здесь одевать. Я слишком... Эти калоши низковаты. Обувь надо было глубоководную нам одевать. Дэн, вот надо было раньше это все делать. Че? Или сейчас сделаем? Сейчас, вряд ли. Ну ты в шар зайдем, брифинг, да? Да? Брифинг в шаре. Брифинг в шаре? Где мой пыль? Машин? А где у вас пыль? Предварительно это точка, которая у нас есть в маршруте. У нас еще будет. А, еще будет точка. Конечно. Зайдите внутрь. И все равно. Вот это вот сломали сволочи. Я читал об этом. Ну вот эту штуку, наверное, лучше этот. Блять. Серьезно. Знаешь как? А ну, пройди. Подожди-ка. А ну, встань с этой штуки. Я думаю, по ней ходить не надо. Ее еще можно восстановить, наверное. Ну, вот там люди, которые идут. Подержите, пожалуйста, вот эту штуку.
Че за шапкой? Не оставили сюда. Местная? Нет, привезли с собой. Свяжись, пожалуйста, по последнему номеру, который, на который мы звонили с этим, где он находится. Объяви всем, пускай зайдут.